КАМАЗ. Это сила и надежность. С давних пор человек стремился к расширению своих возможностей, увеличению силы и решению все более сложных задач. Автомобили МАЗ. С ними нет никаких ограничений. Они воплощение передовой дизайнерской и инженерной мысли. Стильный, умный и сильный автомобиль МАЗ. Предприятие холдинга «БелАвтомАЗ» – один из мировых лидеров по выпуску большегрузных автомобилей, пассажирской и прицепной техники. «МАЗ» – современный, хорошо оснащенный завод, имеющий давние традиции и почтенный возраст. Прошло почти 70 лет со дня рождения первого «МАЗа», но как и в прошлом, так и сегодня, он воплощение последних достижений человеческой мысли. Современный суперкар с возможностями, поражающими воображение. Создание автомобиля – серьезный и длительный процесс. Идеи, разработанные инженерами конструкторского бюро, тщательно просчитываются на современных компьютерных станциях. Здесь достигается оптимальная компоновка техники, проектируются узлы и системы автомобилей в соответствии с требуемыми техническими характеристиками. Здесь же проводятся первые испытания и сертификация. Для воплощения прогрессивной инженерной мысли и серийного выпуска автомобилей, отвечающих требованиям потребителей, необходимо большое количество современных технологий. МАЗ своевременно проводит масштабные мероприятия по техническому перевооружению производства. Сегодня МАЗ по праву зовется крупнейшим предприятием Республики Беларусь по выпуску большегрузной автомобильной, пассажирской, прицепной, а также различных видов спецтехники. Но за каждой технологией, за каждым процессом производства и его организации стоят люди, которые любят и знают свое дело. Люди, которые своими руками создают чудо. Трудом многотысячного коллектива рабочих и инженерно-технического персонала обеспечивается качество и надежность продукции Минского автомобильного завода. На общее дело работают заводы и объединения «БелАвтомАЗ» во многих городах Беларуси. Сборочные предприятия созданы в Литве, Латвии, Азербайджане, Египте, Иране, Сирии, Вьетнаме, Венесуэле и продолжают создаваться в других странах. Всего МАЗ выпускает более 500 модификаций автомобилей, свыше 60 модификаций прицепной техники, более 100 модификаций автобусов. Ассортиментный ряд выпускаемых автомобилей включает седельные тягачи, самосвалы, бортовые среднетоннажные низкорамные автомобили, автомобили-шасси под комплектацию всевозможного спецоборудования и установок. МАЗ удовлетворяет потребности крупных индустрий, но также заботится об обычных людях. Городские, пригородные и междугородные автобусы, туристические и специальные, предназначенные для эксплуатации в особых условиях. Минский автомобильный завод достиг серийного производства 15 моделей автобусов и более 100 модификаций на их базе. Первый на постсоветском пространстве перронный автобус, предназначенный для эксплуатации на территории аэропортов, также создан здесь. Предприятие холдинга «БелАвтомАЗ» «Могилев Трансмаш» производит свыше 60 модификаций прицепной техники. Прицепная техника, одно-, двух- и трехосная, может быть оборудована тинтованными, жесткими и изотермическими кузовами. Прицепы шасси применяются под установку различного спецоборудования. Выпускаются прицепы к самосвалам с двусторонней разгрузкой. МАЗ постоянно расширяет свой ассортимент, решая все более сложные задачи. В настоящее время производится 25 модификаций автокранов грузоподъемностью от 15 до 60 тонн. При монтаже на шасси МАЗ краны обладают высокой проходимостью в условиях бездорожья. Налажен выпуск автомобилей повышенной проходимости, лесовозов, сортиментовозов, специальной коммунальной техники. Автомобили МАЗ имеют привлекательный дизайн. Они функциональные.
качественный и надежный. Минский автомобильный завод обеспечивает высокое качество работы с потребителями техники МАЗ, предлагая не только широкий модельный ряд выпускаемой продукции, но и полный ассортимент запасных частей ко всем моделям автомобилей МАЗ. Ежедневно потребителям поставляется весь спектр запасных частей в более чем 100 стран мира. Одним из важнейших показателей, характеризующих конкурентоспособность продукции, является качество гарантийного и постгарантийного обслуживания. Уже длительное время Дворец культуры является центром культурной жизни не только заводчан, но и жителей города. Площадь перед дворцом украшает цветомузыкальный фонтан, признанный одним из лучших в Минске. В самом дворце проведена реконструкция, обновлен интерьер, и техническое оснащение дворца соответствует современным требованиям. Здесь есть большой театральный зал на 1032 посадочных места для проведения концертов, спектаклей, конференций, презентаций, тематических вечеров и других мероприятий. На сцене предусмотрена возможность проводить телевизионные съемки, съемки клипов и рекламы, что делает концертный зал востребованным для телеканалов и привлекательным для звезд отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Клубу ветеранов Минского автомобильного завода уже более полувека. Это объединение пожилых людей, бывших работников предприятия, чьим трудом создавалась техника МАЗ. А некоторые из них строили сам завод и выпускали первые автомобили МАЗ. Главная задача клуба – активизировать жизнь людей старшего поколения, дать им понять, что они не одиноки. Члены клуба «Ветеран» активно участвуют в общественной жизни района и города. Два раза в месяц для них проводятся культурно-массовые мероприятия. В клубе царит душевная атмосфера, наполненная радостью дружеского общения и энтузиазмом. Заводчане берегут своих ветеранов, заботятся о них и перенимают опыт. Более полувека и детскому оздоровительному лагерю «Зубрёнок» Минского автозавода. Лагерь расположен в 35 километрах от Минска на берегу реки Волма, в живописном лесу. «Зубрёнок» занял первое место среди детских лагерей Беларуси в номинации «Лучшее благоустройство оздоровительного лагеря. Мой лагерь, мой маленький дом». В лагере имеется все необходимое для отдыха и оздоровления детей в летний период. Обновленные корпуса, где дети проживают по 3 человека в комнате, 2 современные столовые, разнообразные спортивные сооружения, стадион, теннисный корт с современным покрытием, футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные столы, спортзал. Особую гордость лагеря представляет бассейн, благодаря которому можно не обращать внимания на перемены погоды и наслаждаться купанием в чистой воде в любое время. Не забыли здесь и о самых маленьких. Специально для них оборудованы надувные игровые площадки. А летняя эстрада – не только место ежедневных танцевальных вечеров, но и площадка для демонстрации юных талантов, например, для родителей, которые приехали к своим детям в день открытых дверей. В «Зубрёнке» для детей ежедневно проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Небывалая мощь и проходимость автомобиля МАЗ вдохновляют испытать его возможности в самых экстремальных условиях и продемонстрировать их на престижных соревнованиях. Однако это испытание не только техники, но и человека, управляющего ей. Боевому автомобилю МАЗ присущи мощность, маневренность, выносливость и стремление к победе. Он способен преодолеть крутые спуски и подъемы, непроходимые пески и водные препятствия. МАЗ – автомобиль с невероятными возможностями, по силе превосходящий, самые смелые фантазии. Но делают его таким – люди. Благодаря отваге и умению участников команды, эта техника становится живым организмом, наделенным магическими способностями. Это за гранью воображения. Это на пределе мужества и человеческой воли. Это зрелище, которое заставляет поверить, что человек действительно способен выйти за любые ограничения. МАЗ. Гордость нации.